я узнал, что мы играем в желтых майках, поэтому сразу пошла идея как бы заказать желтую форму, и потому что я с города Писака, я хоккей начал играть, и у нас вот такие цвета как бы командные, поэтому попросил их сделать майку, в которой я раньше в детстве играл, и ну, выйти в ней на лед, поддержать свою родную команду. Хотелось бы почаще выигрывать, чтобы соперник почаще снимал вратаря в конце игры, чтобы мне было больше шансов забить гол, конечно. It's really fun. It's fun for him. It's a lot to watch. It's very exciting. Today we went to the Red Square and we went to get some ice cream at Goom and we bought some toys. But yeah, it's been all hockey all weekend. Look, Daddy. I love you, Daddy. Расстроились? Нет, вообще нет. Как вообще здорово. По плану надо на рис попасть, поэтому нельзя было играть за первое место. Поэтому... Well, the atmosphere is great. You know, I thought it was really cool. See all the different fans from all the teams here. You know, the flags hung all over the arena and cheering and cheering on the players and just the whole league in general. So the atmosphere has been great and it's been a lot of fun.